Такую творческую профессию, как повар, выбрал для себя и Артем Славов. В Рязанский многопрофильный колледж он пришел учиться после 9 класса. К выбранной профессии молодого повара подтолкнула готовка дома. Это было в 8 классе. Я тогда первый раз подошел, маме помог с мясом, и мне понравилось, то есть меня затянуло. И вот в течение 9 класса я мыслил, пойти или не пойти, и все-таки решил, что поступить. Да, я хочу работать в этой профессии и продвигаться. Самое любимое блюдо Артема – лазанья. Именно его он чаще всего готовит со своей семьей. С выбором нового направления деятельности у него появилось больше обязанностей. Но все они в радость Артему. Мама больше надеется на меня, я больше ей помогаю и... И от этого она тоже счастлива. Если проехать по предприятиям питания Рязани, то примерно 80% из них укомплектовано выпускниками этого колледжа. Он действует с 1941 года, и в основном все педагоги – это бывшие студенты учреждения. Светлана Симонова преподает здесь с 2002 года. Она раскрыла нам секреты приготовления печений из пряничного и песочного теста. Эти цветные белые линии получаются с помощью маренги. Она делается на основе белка яиц и сахарной пудры. Все это взбивается, добавляются красители, и смесь доводится до вязкого состояния. С помощью маренги можно делать и блестящие бусины, похожие на настоящие металлические. Это специальные кондитерские бусины. Они готовятся из сиропа. Вот, уваривается сироп специальным образом. До консистенции. Потом он охлаждается и наносится. Глянец получается с помощью специального красителя. А эта техника называется карвинг. Жар птица выполнена из овощей. Сделана руками преподавателя для выставки в честь родительского собрания. Сегодня на него были приглашены те, чьи дети планируют в ближайшем будущем пойти учиться в многопрофильный колледж. По любой из предложенных профессий. Учреждение популярно среди горожан, оно развивается. В том году один из юных поваров принял участие в международном чемпионате рабочих специальностей по стандартам World Skills и занял призовое место. Был чемпионат именно по рабочей профессии повар. Мы впервые приняли там участие, и наш ученик занял 3-е место, то есть бронзовую медаль. Вот это было в том году. Иван Лапшин вместе с нашим мастером ездил. Он туда, Васильева Татьяна Геннадьевна, вот занял 3-е место. Это, конечно, была очень высокая, скажем, победа и награда, потому что... Это международный уровень, вот World Skills. В этом году на конкурсе рязанцы вошли в 5-ку, расширив состав участников и взяв с собой кондитеров. Работники колледжа говорят, что такой успех стал возможен только благодаря старанию учеников и любви к профессии самих педагогов-поваров.